Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 604. Сделав соответствующий рисунок, определите, верно ли следующее утверждение. Если две окружности симметричны относительно некоторой точки, то они симметричны также относительно некоторой прямой. Давайте начертим две окружности, которые симметричны относительно некоторой точки. Две окружности асимметричны относительно точки О, значит, они имеют равный радиус, и центры этих симметричных окружностей находятся по разные стороны от точки О, на одной прямой и на одинаковом расстоянии. И они действительно будут симметричны относительно прямой, которая будет проходить через центр симметрии и будет перпендикулярен прямой, который соединяет центры окружности и центр симметрии. То есть утверждение верно. И второе утверждение. Если две окружности симметричны относительно некоторой прямой, то они симметричны также относительно некоторой точки. Давайте начертим две окружности симметричны относительно некоторой прямой. Две окружности симметричны относительно прямой L. Значит, они будут симметричны относительно точки пересечения оси симметрии и прямой, соединяющей центр окружности и перпендикулярной данной оси симметрии. То есть оба эти утверждения верны. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.